Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. Каждый свой прожитый день надо воспринимать как последний. Тогда вы будете полностью счастливым человеком. К сожалению, никто из нас не застрахован от несчастных случаев, смертельных болезней и дорожно-транспортных происшествий. Буквально несколько минут назад мы получили новости, что сегодня нас покинули трое известных медийных личностей, российских певцов, актеров и спортсменов. Буквально несколько минут назад от сердечной недостаточности скончался российский поэт-песенник, автор музыки, бард, исполнитель и хоккеист-любитель Константин Гнездилов. Несчастный случай произошел в городе Новосибирск прямо во время хоккейной тренировки. В это же самое время восточнее на 500 километров в городе Омск скончался молодой российский певец и актер Олег Маслов. Смерть Олега Маслова трагична. Он скончался прямо во время репетиции театра спектакля «Сотоварищи». У 43-летнего артиста оторвался тромб. За свою недолгую жизнь Олег Маслов сыграл более чем в 20 спектаклях, всех спектаклей молодежного жанра. У актера остались четверо детей и молодая супруга. В это же самое время в городе Санкт-Петербург ушел из жизни замечательный советский, российский, украинский актер, режиссер, сценарист, певец Николай Засеев-Руденко. Он автор культового фарса «Выстрел в гробу». Николай Засеев-Руденко скончался в возрасте 84 лет от осложнений коронавирусной инфекции.